Иду на рынок и вижу, змей летает в небе, змей Горыныч. А также слышу музыку. Наверное, концерт. Нас развлекают сегодня. И смотрите, на столбе, на фонаре сидит птица и очень внимательно наблюдает, как летает змей воздушный. Наверное, не поймет бедняжка, что это такое. Ja nüüd tuleb üks suve hittides suve hümn, võiks öelda. Sellest on kindlasti. Seda jõulude ajal ei kuule seda. Tavaliselt ei pääse ikka. Keegi tuleb ikka küsima jõulude ajal ka. On olnud. Täpselt samamoodi. Aga see on võibolla kingitustega seotud kuidagi, et pärlist keelda. Tegelikult ja ükskord on tulnud küsima ka jaanipäeva talveööl. Aga jah, jutt läheb kohe pärlitele ja mis lugu teid pärlitega seoses meelde tuleb? Õige! Ягодный рай, эстонская клубника, красивая на вид, но и цена тоже красивая, 6,50 за килограмм. Стоимость орехов и сухофруктов, фисташки 14,99 за килограмм, фундук 13,99 за килограмм. Грецкий орех чищенный 13,99 за килограмм. Арахис 3,79. Здесь тоже арахис соленый 3,79 за килограмм. Сухофрукты. Чернослив 7,99 за килограмм. Здесь так называемый завтрак туриста. Это смесь орехов с сухофруктами. 9,49 за килограмм. Орехи здесь есть и индийские, и бразильские, и греческие, и всякие разные, миндальные тоже. А вот отдельно миндальный орех стоит 13,99. Абрикосы сушеные 10,99 за килограмм. Изюм 2,99 за килограмм. Чищенные семечки. Почти все съели. 2,49 за килограмм. Что тут еще у нас есть? Сухие финики.
тоже любят народ. Тоже почти съели. Цена 2,99 за килограмм. Вот как-то так.